Министерство здравоохранения объявило тендер по отбору компании на выполнение работ по ремонту помещений в здании Минздрава в центре Кишинева по улице Василия Александрии. Согласно размещенной информации, стоимость работ оценивается примерно в 6 миллионов леев. Пресс-секретарь министерства Карина Гамурарь сообщила 5 каналу, что необходимость ремонта возникла в связи с тем, что в помещении Минздрава не ремонтировались два десятка лет. Уже 21 год все приходит в негодность. Многие помещения не соответствуют требованиям, заплесневели, нет надлежащих условий для сотрудников. Она также заявила, что трубы в здании не заменялись с момента его ввода в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века. Во многих кабинетах полы и потолки повреждены и представляют угрозу для безопасности сотрудников, отметила Гамурарь. Ремонтные работы в Министерстве здравоохранения будут включать установку пожарной и охранной сигнализации, проведение сети низкого напряжения, ремонт системы водоснабжения и канализации, а также реконструкцию системы теплоснабжения.